Всем здравствуйте, с вами Анжелика Ванштейн. Сегодня я вам расскажу, как получить права админа от клиента. Значит, человек, который нам будет заказывать рекламу, мы должны наперво добавить его в друзья, если он у нас не в друзьях. Затем мы с вами должны зайти на главную. Вот мы в Фейсбуке с вами. Так, сейчас, две секундочки. На главную заходим. Здесь смотрим страницы. Заходим на страницы, нажимаем. После страниц заходим на ваши страницы. Вот ваши страницы нажимаем. И нам нужно здесь выбрать нужную страницу, которую мы будем запускать. Я выберу вот эту. Переходим на нее. Затем заходим в настройки. Сейчас она загрузится. Здесь мы должны найти роли на странице. Вот смотрите, роли на странице. Роли на странице нашли. Затем перебрасывает нас на новую вкладку. Здесь мы уже должны назначить новую роль на странице. Вот здесь видите, назначить новую роль на странице. Сейчас еще не дозагрузилась. Все. Значит, здесь мы должны найти того человека, которому мы хотим дать права, да? Который нам якобы будет настраивать. Вот. Я буду давать права Наталье Гараниной. И здесь мы выбираем не редактор, а администратор. Все. Затем мы нажимаем на кнопку «Добавить». Сейчас нам нужно ввести пароль. Ввели пароль, отправить теперь. Так, неверный пароль. Сейчас посмотрим и пароль. Две секундочки. Так, значит, мы с вами вводим пароль. Отправить. Все, теперь как мы посмотрим, смотрите, вот Наталья Гаранина, администратор, на рассмотрение уже. Все отлично. Что мы делаем дальше? Затем мы с вами выходим на страницу, переходим в рекламный кабинет. Загружается Ads Manager, настройки. И в настройки нам тоже нужно добавить этого человека. Так, вот видите, добавить людей. Добавить людей нажимаем. Опять вводим имя Наталья Гаранина. Ай, надо близко. Так, вот она у меня вышла, Наталья Гаранина. Здесь уже администратор рекламного кабинета. И уже дальше делаем подтвердить. Все, ваш аккаунт добавлен Наталья Гаранина. Все, закрыть. Вот таким образом вы можете добавлять людей, которым вы будете, либо же вы будете делать рекламу, либо же они будут вам делать рекламу. Хорошего дня. С вами была Анжелика Ванштейн.